Всем привет! Под эту милую песенку мы выдвигаемся в Республику Мариэл. Будем охотиться на уточку, на рябчика. Река Волга. Какие родные просторы. В Нижнем едем. Время 9 утра. Из Москвы выехали в 4. В Республике Мариэл. И решили посмотреть грибы. Нашли лисички. Сверху взял. Вот такой сосновый лис. Сейчас наберем лисичек, вечером пожарим с картошкой. Андрюх, они все в камыши садятся. Я говорю, они в камыши все садятся. Завтра тут будет шикарно. Их... Я вижу. Утка. Еще одна готова. Водная лодка. Петрович идет за подранком. За уткой, точнее. Сбил. Надо брать. Попытаться найти. Вот она. Чистая. Как вы все видели. Жирная криковая. Сейчас пойдем вторую возьмем. Прикинь, серая. Ага. Серая, Андрюх. Вот. Такая серая уточка. А, держи. Ребят, расставляем щалки. Там Андрюха манит. У нас всего 4. Больше нету, увы.
они кучно садятся. О! Ну это эти, дальнобойные. Да. Это дальники. Быстро очень. Ну, вчера даже раньше шла. Ну сегодня, видишь, ветер такой стих. От зараза. Андрюх, на тебя. Да блин, я подождал. На тебя, Андрюх. Она бессмертная, смотри. Да. На тебя, Андрюх. Подожди, подожди, подожди. Назад ушла. Вот она, на меня идет. Блин. Подранил. Ну там в деревню, Андрюх, куда? Куда я ее там? Вижу. Вижу, вижу. Там, там еще двойка, Андрюх. Там еще двойка. Более меня.